Действительно, я приехала из Москвы. Очень рада вас видеть. И все благодаря Обнинской ноте, организаторам, которые пригласили меня, а также всех, кого вы сегодня слышите. Достаточно сложно выбрать песни, которые вам хотелось бы исполнить. Очень многое хотелось бы спеть из того, что у меня есть, но я ограничусь небольшой такой выборкой из разных, из разных альбомов, из разных программ. Спасительный день. Сквозь меня жалит очи темная ночь. Сквозь меня проходит стремительный рассвет и тень заката. Сквозь меня все течет, но все не мое. Все уйдет, чуть тронет смертное острие и возьмет мой век, как один очарованный день, закрыв ответ. А есть ли то, чего здесь нет? И даже если знаешь, что он здесь, помнишь, что он есть, как-то познать его имя. Знаешь, что он здесь, помнишь, как зовут, как-то принять свою долю. Знаешь, что он здесь, помнишь, кто он есть, как-то познать его имя. Знаешь, что он здесь, помнишь, как зовут, как-то принять свою долю. Площады прерванных дел, забыл вкус поступ неопущенных тел, корень моей жизни и времени бита молчания. Ну и что, что здесь недолго мой продержится пульс? Но что с того, что я туда уже не вернусь? Пусть лишь твоя радость со мною прибудет вовек, ой, радостью горько здесь забывшим я лишь. Даже если знаешь, что он здесь, помнишь, что ты есть, каково узнать твое имя. Знаешь, что ты есть, помнишь, как зовут, каково принять свою долю. Знаешь, что ты здесь, помнишь, кто ты есть, каково узнать свое имя. Знаешь, что ты есть, помнишь, как зовут, каково. Каково узнать твое имя? Знаешь, что ты есть? Помнишь, как зовут? Каково принять свою долю? Даже если знаешь, что ты есть, помнишь, кто ты здесь? Каково узнать свое имя? Знаешь, что ты здесь? Помнишь, как зовут? Каково принять свою долю? Каково принять свою долю? Каково принять свою долю, ла-та-та-та-та-та. Каково? Спасибо. Сейчас песня. У меня есть такая программа «Russian сказки». Песня называется «ТВ бабушки». Со стажем бабушки смотрят ТВ-концерт, бабушки не сомневаются, даже они
Переживают о Бритни Спирс, Костеря, Собчак и Лужкова. Они бьют валом гордин, следят за разводом певца Николая Паскова. Бабушки знают о всех новостях, внуков стращая маньяком кровавым. Они верят в силу медийного слова и в избранность всех проходимцев лукавых. И им не докажешь, что тут подсадной, а убийцу Полпрера нашли через кастинг. Бабушки верят всему, наивные чистые души, и это их праздник. А по криминальным программам столицу они занимают скамьи у подъездов, сверяют, что нынче евреи в президентах, а спонсор ток-шоу «Дом-2» на лечение от порчи из глаза скупил все патенты. Поколение, видевшие войну, голод тиранов, судьбу маргиналов, крушение страны, потерявшие трижды всю жизнь, страшнее любых сериалов, выжившие, но так легко побежденные чудом техники, падшие со странным упорством, глядят в пустоту и уходят одна за одной в мир, который им по ТВ не покажут. Песни у меня все авторские, то есть музыка, тексты мои. И следующая песня «Сумасшедшего менеджера» о конце света. Вала покрывает.
дальше свалить, но это знал уральный цвет, но он останется в любой точке, никому не поможет безумно не брить. Знаю, как этот цвет, но он останется в любой точке, никому не спасет его безумно скорее брить. Часто снятся сны, как в баре, прилюдно на колени пред иконами икаемся народу. Но с каждым разом приближает день судно, это было и будет, и есть род над рода. И никто не прекратит это адское движение, тут меняется нам наши деяния лихие. Ведь вы наш народ, а ваше отражение, это вы виноваты, что мы вот такие. Ведь вы наш народ, ваше отражение, это вы виноваты, что мы вот такие. Ведь вам так и надо, ведь вы заслужили, что вам нравилось на наши нужды с прибором. Ведь вы пятнуть боялись, вы на все положили и глубились в фейсбуке и подыхали с позором. Спасибо вам за виллу, за дачку, за работу, за виды сущих ботов на берегу. Субтитры сделал DimaTorzok.